надеюсь, это не пойдет в эфир, что вот вчера мы ужинали с женатым мужчиной, просто чтобы вот вы засняли, вы жалкие папарацци, чтобы меня не взяли в армию. Подтвердите. Вот он, женатый мужчина. Владимир, вы женат? Ну, приятно что-нибудь находить всегда. Нет, это кто-то стужает. Ну, стужает, вот не допили шума, еще это осталось. Ну, конечно, это они пришли сюда ночью, попили и все. Что можно было потом тоже это приложить, что настолько мы усердно гнались встать первыми, чтобы мы должны выяснить, снимать просто.